Здравствуйте, Евгений. Это видео про ваш одуванчик. Это ваш чип, наклеенный с помощью двухстороннего скотча на мой тестовый переходник. Сейчас я проверю его в моей камере. Я запрограммировал фокусное расстояние 80 мм, диафрагму 1,4. Задержка входа в режим программирования 1 секунда. Я специально меняю, чтобы было проще перепрограммировать, получает чип. Ловушка фокуса включена. Итак, сам одуванчик. Полочка для компенсации высоты посадки. Я думаю, там все должно получиться так, как нужно. И полочки будет достаточно, если вдруг она будет выше, чем бортик. Я вам уже написал, вы ее просто стучите с помощью надфиля. Позиционный калибр и небольшой кусочек двухстороннего скотча. К сожалению, суперклей нельзя сейчас высылать, как любые жидкости в международных посылках. Но я думаю, что вы у себя там купите его без всяких проблем. Сейчас я упакую вашу посылочку. Поедет она в понедельник. Спасибо за покупку и спасибо за внимание.